Дорогие друзья, перед тем, как посмотреть этот выпуск, я рекомендую вам подписаться на наш канал. Не забывайте, что мы единственные, кто сообщаем вам о том, что на самом деле происходит в российском шоу-бизнесе. Всем известная российская певица Анна Седокова сообщила об итогах уходящего года и признала своим подписчикам, что у нее выдался этот год очень тяжелым. По признанию Анны Седоковой, она потеряла человека, который был ей очень дорог. Правда, певица не стала вдаваться в подробности трагедии, но понадеялась, что следующий год станет для нее более радостным. «Было сложно, но спасибо, что я пишу этот пост. Этот год забрал у меня двоих очень важных для меня, самого любимого человека и любимую собаку. Значит, нужно становиться жестче. Я не обижаюсь, я иду дальше, я готова на все», — говорит 39-летняя исполнительница в своем личном микроблоге. Теперь же поклонникам Анны остается догадываться, что произошло в ее семье. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и смотрите наши новости.